24 и 25 апреля в стенах Саратовского государственного технического университета была проведена Всероссийская научная конференция «Человек в поисках самоидентичности», организованная кафедрой философии. Об этих проблемах, которые сегодня раскрываются, даже не думали более 10 лет назад. То есть, знаете, кажется, что мы мало развиваемся, что там все погружаемся в рутину. Но когда осмотришься, оглянешься назад, видишь, что за это время пройден большой путь, и не случайно такая конференция возникает. И мы сейчас живем в переходную эпоху, когда, вы понимаете, каждый из нас заново должен себе задать вопрос, кто он. Что такое наше общество? Куда нам идти? Это и есть проблема идентичности или идентификации. В рамках конференции прошли 5 секций и круглый стол. Проблема национальной идентичности в условиях традиционных столкновений. В стенах нашего вуза в этом месяце проходит уже очередная конференция. Мы на позапрошлой неделе представляли здесь достижения исторической науки. На прошлой неделе была организована конференция по социологии, теперь философская. Таким образом, нашим студентам, я бы сказал, очень везет. Они могут увидеть целый спектр самых разных социально-гуманитарных дисциплин в их действии. Наряду с учеными кафедры философии нашего университета, участниками конференции стали также и профессора других вузов города Саратова. Оргкомитет конференции очень четко и своевременно сформулировал ее тему и определил основную проблематику. Проблемы идентичности очень широко обсуждаются сейчас специалистами, и они, по сути дела, затрагивают очень широкие слои населения, потому что осознавать себя, свое собственное «я» для любого человека очень важно. Стоит отметить, что конференция собрала множество студентов в качестве своих зрителей, что является хорошим знаком и еще раз доказывает, что уровень интереса к гуманитарным и техническим дисциплинам в нашем вузе одинаково высок. Кристина Литвинова, Андрей Панов, образование СГТУ.